Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. Сегодня мы с вами свяжем вот такой красивый двухсторонний узор. Итак, давайте приступим к мастер-классу. Нам необходимо набрать нечетное количество петель. Я набрала 21 петлю. Спицу вынимаем. Основным цветом первый ряд провязываем изнаночными петлями. Это будет изнаночный ряд, то есть все нечетные, это будет изнаночная сторона вязания. Первый ряд провязываем изнаночными. Провязала первый ряд изнаночными петлями, поворачиваем вязание. Во втором ряду прикрепляем дополнительный цвет. Первую кромочную нужно провязать, чтобы ниточку закрепить. Первую кромочную мы провязываем дополнительным цветом. Далее одна изнаночная петля. Следующую петлю снимаем, но нить перед работой. Повторяем. Одна изнаночная петля. Следующую петлю снимаем, нить перед работой. И так до конца вязания кромочную провязываем изнаночной петлей. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная изнаночная. Так мы провязали 2 ряда. Третий ряд вяжем тем же цветом, что и второй. То есть с этой стороны у нас красный цвет, а здесь зеленый. Да, мы не будем перетягивать этим же красным цветом, то есть дополнительным, вяжем третий ряд. Третий ряд и далее все нечетные будут у нас вязаться изнаночными, той нитью, которая будет у вас с правой стороны. Все петли провязываем изнаночной петлей. Вот я провязала 3 ряда. В следующем ряду у нас идет смена нити. Берем основной цвет, у меня он зеленый. Также первую кромочную провязываем, чтобы ниточку закрепить. А теперь идет чередование. Мы снимали ниточку в предыдущем ряду на третьей петле, теперь на второй. То есть сначала снимаем, потом провязываем изнаночную. То есть все то же самое, только идет чередование нити. Снимаем, чередование нити, чередование петель. То есть у вас вот эти перетяжки идут в шахматном порядке. Снимаем, провязываем изнаночной. И так до конца ряда. Провязали ряд, поворачиваем. И также у нас нечетный ряд пятый. Провязываем все петли изнаночные. Первую кромочную снимаем и далее до конца ряда провязываем изнаночной петлей. Вот мы с вами связали раппорт узора. И далее все ряды повторяются. Мы сейчас также берем красный цвет, провязываем кромочную. И как во втором ряду, первая изнаночная и дальше снимаем. И далее все повторяется. Я провязала несколько рядов. Смотрите, какая прелесть получается. На самом деле это изнаночная сторона, а это лицевая. Но мне кажется, этот узор можно применять как вам угодно. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!